штов и белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке. Гамалян и Оксана Васильева. Знаете, дорогие друзья, насчет того, что это номер новый, я погорячился, конечно, просто в программе впервые я увидел его под названием «Бесы», а вообще мы всегда его называли «Высоцкий». Это тот самый легендарный номер, с которым Арсен и Оксана появились в 2011 году в Казани на чемпионате мира. Их практически никто не знал на этом высочайшем уровне и заняли третье место сразу же в первом своем официальном чемпионате на чемпионате мира. А на следующий год они танцевали этот номер в городе Тампа, во Флориде. И публика, а там было очень много русскоязычных ребят, 10 минут стоя приветствовали их выступление в финале. Но, к сожалению, тогда им дали только пятое место. А через год они доказали свое право на чемпионский титул. И мы пожелаем им успеха 20 сентября в Тюмени на чемпионате мира. Ну что ж, дорогие друзья, после такого темпераментного выступления мы переходим к четвертому эпизоду нашей программы.